Зимние забавы на санках и тюбингах – любимое занятие щелковской детворы. Как только выпадает снег, нет да находятся любители прокатиться со склона вдоль Клязьмы. Из-за искусственных порогов лед на реке образуется только в самые лютые морозы. Но ни открытая вода, ни предупреждающие знаки не останавливают горе смельчаков от соблазна спуститься с крутого берега. Ребят, привет! Дайте вас кушать, подружку покататься. Да, пожалуйста! Нам не жалко! Прокачусь. В памяти еще остался январский случай спасения ребенка, съехавшего со склона прямо в открытую реку. Тогда на помощь несовершеннолетнему пришел мужчина. А если бы смельчаков не нашлось, история могла бы закончиться иначе. Мы видели сегодня здесь родителей беспечных, которые вон пришли сюда и хотят покататься, порисковать своей жизнью. Видимо, в прошлом году то, что укатило несколько человек в воду и чуть не погибло, было мало таких ситуаций. Мы проводим превентивные мероприятия, но я считаю, что каждый человек должен думать о своей безопасности. Мы призываем, есть другие места. Это склон, это газон, это не место для катания. Кататься с горки у реки запрещено. Об этом не устают напоминать спасатели. Но если все-таки случилась беда, наберите 112, попросите об этом прохожих. Михаил Налетов, Александр Оржевский, Щелковское телевидение.